тут возможность для положительной свободы, свободы для творить, выдумывать, фотографировать, ловить моменты жизни какие-то красивые. В день открытия Freedom Art представили три выставки. Фотографии студентки второго курса Валерии Смирновой, горшки и вязаные игрушки двух рукодельниц, выпускниц Мурманского арктического университета. К нам уже вчера подходили ребята, мы тут репетировали, когда все организовывали. Ребята с кинофестиваля, которые принимают участие, тоже хотят принять участие в нашей выставке. Возможно, это будущее какое-то, да, вот представление каких-то, может быть, фильмов, создание какой-то зоны, где можно прям транслировать короткометражные работы, когда ребята могут просто время там свободного времени или окон между пар приходить и смотреть какие-то небольшие короткометражные фильмы. Организаторы уверяют, для художника важно быть услышанным. Именно с этим должна помочь площадка. Менять экспонаты будут каждые 2 недели. Евгения Гричуха, Даниил Скуратов, Павел Третьяков, ТВ 21+.